Пуньк-пуньк. Пуньк-пуньк. Пуньк. Так, всем привет, это Сега, и мы играем в игры. Значит, так, сразу же проверяю. Обучен я, обучен. Все, класс. Значит, у нас сегодня на повестке дня игра, которая называется Кужлевка. Вот так вот она прямо называется. А вы как думали, Кужлевский регион? Синоптики обещают сегодня солнечную погоду. Однако к вечеру ожидаются осадки, возможно, образование аномалий. Игра с БК-плея. Игра бесплатная. Ну, была на тот момент, пока когда я ее скачивал, все дела. Режим стримера, пожалуйста, включите мне. А то мне вот, знаете, ничего не скажут потом. Плохой ты человек. Ультра, ультра. Зачем нам все ультра? Все высокие, все. Чтобы он нам не перегружал ничего. Да, хорошо. Аудио. Общее. 50%. Класс. Здесь настрои. Значит, игра про инопрошеленцев, инопланетян. И начинаем игру с чистого листа. Просто посмотрим. Взглянем, как бы так сказать, на игру. Не знаю что, но что-то, в общем, где-то промелькало. Все события, герои локации этой истории представляют собой фантастический вымысел, они претендуют на историческую достоверность. Команда чего-то не ставила, и запомните, это не трубка. Я надеюсь, что вы прочитали. Акт 1. Межпланетный экспресс. Тук-тук-тук-тук. Осмотреться. Скелетон. Здорово. Здорово, скелетон. Я тоже скелетон? Нет, я человек. Это не сигарета, если что, запомните. Так, привет. Все легкие прокурил уже. Давай, иди. Как самочувствие, Потихонченков? Да все вроде неплохо, немного приболел. О, так это как раз выбором действий, что ли? Что за идиотский вопрос? Я не чувствую ног уже 47 лет. Чего удивительно, тебя в позвоночник ранили. Можешь сказать своему снайперу спасибо. Он же тебя с войны вытащил еще до первой отправки в бой, да? А я говорю спасибо за то, что хотя бы здесь не придется за тобой утку выносить. Ладно. Где мы вообще? Вообще, где мы? Какое тебе чистилище? У нас научный атеизм. Попробуй-ка встать. Посмотрим на твое общее состояние. Хорошо. Сейчас вспомню. Ну давай, не будем дерзить. Не будем дерзить, будем аккуратно. Встанем. Я вообще почему-то думал, что это 2D игра. А здесь, ну, оказывается, вот видишь, ходить вспоминать можно. Вспоминать нечего, стоит только захотеть. У тебя в гимнастерочке конверт не раскрытый лежал. Я на столике оставила. Захочешь, погляди. Хорошо. Голос... Надо будет чего, я в соседнем вагоне. С ребятами посижу. Иди сиди, играйте в карты. Значит, голос как у Бабы Зины. С мышкой вроде все окей. С вертикальной синхронизацией вот не совсем. Правильно? Так, давайте вертикально. Ой, нет, главное меню-то нам зачем? Настройки. Видео. Вот, и вот это вот включить. Все, класс. Ненавижу вертикальную синхронизацию, эти разрывы. Не на видео, не на в играх. Это вообще отвратительно. Письмо. Безымянная фотография. Поднять. Потеряли пацана. Да, вот это вот. Что там у нас? Ничего. Да, опять это ущербное двигатели. Взять. Окей, газета. Как человек не только долгие годы упорно сопротивляющийся системе, но и немало от нее потерпевший, сейчас я с горечью осознаю, что реставрация капитализма в нашей стране будет проходить по инструкциям журнала «Крокодил». А отечественный капитализм будет скроен не по образцам успешных западных государств, а по унаследованным от большевиков карикатурам. Эта сладкая инфекция растекается по венам неискушенных советских граждан россыпью синих хэбэшных штанов и импортных магнитофонов. И когда первоначальные радости подостынут, а к обывателю придет осознание того, что горбатиться всю жизнь на родную партию все-таки не столь унизительно, как отдать лучшие годы жизни вчерашнего цеховику, будет уже поздно. Вот такие вот дела. Посмотреть в журнале. J журнал. Journal. Так, межпланетные. Это встать с кровати. Это задание, понял. Хорошо. Хорошо, что-то даже интересное. Открыть. Межпланетные. Ёпную. Юма. Ой, цвета сразу появились, смотрите. Это... Привет тебе с Ростова! Красиво. Музыка «Пустая электричка». Кужлевка. Пока вроде хорошо.
пока вроде даже очень даже. Даже. Ух, спина отстреливает. Сейчас не до беготни. Не пошифтить получается. Так, открыть. Ага, а здесь у нас просто космос. Space. Правильно? Блин, ну вот так вот можно просто вот так вот. Просто минут 15 можно. Релакс ловить. Правильно? Шикарно. Просто релакс. Просто ловим релакс. Поймали релакс? Пойдемте дальше. Так, ладно, здесь мы проходили. Да куда мне с таким ранением бегать? Это я Shift жму. Стучаться не учили? Павший. А ну не хами. Будто б каждый день гости заходят. Во-во. А ты давай тут, не понебратствуй со всякими. Токсики какие. Так, просто интересно. Да просто интересно. Чего тут любопытствовать? Ты вообще понимаешь, что маньчжурская операция – настоящий триумф Красной Армии? А мы умудрились при этом жизнь отдать. И американцы, гады, теперь еще и рассказывают всем, что сами войну выиграли, уничтожив к херам два мирных города. Что-то знакомое. Это оставь-ка. И грустно. Я про американцев плохо говорить не дам. Нам бы, знаешь, как туго пришлось бы без Ленд-Лиза да без Второго фронта. Кстати, ты пуговку-то на гимнастерке своей посмотри. А? Где она сделана? Город Чикаго где? Под Магаданом или, может, под Тулой где-то? Да и я что же ничего не отдал, по-твоему. Иной раз мертвым завидовал, особенно поначалу, когда единственный живой мужик на селе, да и тот наполовину выключенный. Жаловаться на цену победы стыдно, ну тебя. Ну, не знаю, поддержу. Ну я вот мертвый, и тебе не завидую. На нас все плевать. Статус ветерана-то вам дали в итоге? Ты ж 27-го года рождения. Ну вот, срать всем. Никто не вспомнит сейчас, кто на самом деле остановил японцев. Все мы. Ой, да пошел ты со своими речами, хиппи лохматая. Эй, парень, я с тобой. Не слушай его, он дурной. Ты прав. Вот ты вот прав. Я с этим пить буду. И попробуй возрази. Ну, с этим пить. А вы сколько спорите-то тут? Ну, где-то 1 000 000 рюбок. Приблизительно. 47 лет сидим. 1 000 000 – это только по самым скромным подсчетам. А сейчас еще 3 рюмки прибавится. Че, бахнем, мужики? Водички-то. Водиться-то. Фух. Хорошее пыло. Теперь хоть 100-метровку задом наперед бежать. Окей. Грустно. Грустно здесь у вас. Мы, кстати, двигаемся, между прочим. Действительно двигаемся. Так, что у нас здесь? Битые астероиды какие-то. Планета большая, реально круто. Но подождите, мы-то, о, после водочки там можно и побегать, как показалось. Привет. Поднять. План тренировок. Утром пресс качат, бегит турник, анджумани вечером. Вечером пресс качат, бегит турник, анджумани. Взять, чтобы знать. 2 очка откачка знания. Привет. Никогда не замечал, что слова амбразура дзота звучат один в один как имя какой-нибудь очень красивой итальянской девушки. Да, есть такое. Теперь заметил. Ну вот и выходит очень интересно. Вещь такая жуткая и гадкая, а тут раз – имя прекрасной девы из Милана. Или Генуи. А то даже и Вероны. Прямо сцена. Сталинград, значит, итальянцев в плен берут. А наш разжалобился. Наш же добрый. Хотя оккупант пришел, а все равно гадюка. Интересен же. А вот наши дай какому-нибудь шатену курчавенькому папироску разговорить. А тот скажет. А меня дома жена ждет. Амбразура Цотаза. А тебя кто ждал? Очень интересно, конечно. Меня мама, папа. Ну вот, блин, понимаешь? Все дела. Все нас подальше от родного быта тянет. От клавок этих подальше, от Петик, Валер. Спрута ж по телеку интереснее смотреть, чем знатоков всяких, которые следствие ведут. Следствие вели охрененно. Мне очень нравится. Сейчас такое время, я б за бугор скрутил. Как раз по израильской линии мог бы. И сразу в Италию.
Ой, ладно, это я так. Гуляй, Валерка, осматривайся. Так, я Валерка, значит, правильно? Да? О, еще можно. А что, Италия интересуешься? А ты знаешь, сколько там наших? Сколько? Ну, в миллиметре от власти были. Дозреют еще. Эти первые дозреют. Еще до французов дозреют. Ладно, хорошо, бесполезные диалоги. Так, ну мы уже огибаем землю, там, куда-то солнце. Куда-то в сторону. Так, пацаны, вы так и сидите пьете? Ладно, а с тем можно еще поговорить? Так, не сюда? Ну ладно, я осматриваюсь. Валерка гуляет. Так. Это что? Это ничего, кстати говоря. Саратовский мельзавод. Да блин, ну музыка такая... Такая грустная какая-то игра. Грустно. Закрыт. Оставь надежду! Всяк сюда не входящий! Хорошо. Ой, бля... О! Блин, как красиво, как красиво. Просто, просто это же реально стресс снимает. Вот стоишь, смотришь. Шикарно. Привет. Ходишь тут, Валера, а у тебя за свет не заплачено. Это шутка, что ли? А кому платить? Приватизатором московским. Что? Как его дедушка Ленин провел, так сам по себе и появляется, да? Да, вот он, свет, пожалуйста. Ну, не сам по себе, ну там, о, ты давай, смотрите, не в это все. К следующему занятию сообразишь, что платя за что-то, ты платишь также и тем, благодаря кому все это работает, а не только хозяину средства производства. А пока сходи, обдумай, перекури. Все вы меня говорите, подумай, походи. Вот ты вот стоишь, куришь тут. А поделился бы хоть. Вот я, может, тоже, мне уже не страшно. Что? Не наговорился? Да, не наговорился. Просвет. Твои аргументы не аргументы вообще. Ого. Понял? Даже так. Я сейчас чихну. Ну давай, удивляй. Удивить? Понял? Спасибо. Ладно. Цезарь мертв. И дело его мертва. Ленин жив, и дело его будет живо. Ладно. Не удивил. Да ты чё? Ты чё? Все, не буду с тобой говорить, вонючка. Побежали. Так, ну мы уже прям куда-то уезжаем. Куда мы едем, кстати? Кто мне скажет? Так, это вагон. О, можно так? Вагон-ресторан. Здравствуйте. Это я смотрю на борщ. Я хотел таблетку. У нас что-то с тобой было? У нас что-то с тобой было? Понял. Что может быть у меня такой молодой и красивый с инвалидом? Вот ты давай не огрызайся мне тут. Не огрызайся мне тут. А как же любовь? Иметь право и действительно что-то иметь. Вещи разные. Фу, скелетная. Ну и молчи. Ну попробуй. Ложные воспоминания — верный признак старческой деменции. А вот это правда. Больше не буду. Зачем я ем? Все равно прольется. Да действительно. Я, кстати, могу есть, походу. Ладно. Так, с вами все? Чего ты тут? У нас точно ничего не... А ты чего? Вот и порешили. Давай я на превью у тебя сфоткаю. Или кого, не тебя? Вот тебя. О, вот так вот. Вот так вот. Нормально? По-моему, нормально. Вполне. Либо тебя. Вот так вот. Скелетная. Слушайте, ну пока прям очень интересно. Да, что кстати. Такое? Действительно. А как борщ, пацаны? Гениально. Отведай непременно. Поем борщ. Давайте. Не пролилось, значит, я не скелет еще. Да. Ты тоже с фронта? Ага, с трудового. А вы что здесь забыли? Есть-то за тебя кто будет. Родина борщ произвела. И если он никому не достанется, все, кризис. Что за скелетный Atomic Heart? Мы не виноваты, что только на нас и хватило. Он, кстати, говорит, правда, как из Atomic Heart. Молодой человек, сыграть не хотите? В шашки? Не умею, но сыграю. Mm-hmm. Ну, надумали? Ну, давай. Давай. Реально в шашки играть? Я не умею, я, ну, типа, не очень хорошо в шашки играю. Там же надо подставляться постоянно. Да, а вторую я что, не могу, что? Вторую-то срубить, это что такое? Использовать Enter.
В смысле, я вторую могу уже срубить. Так всегда было, испокон веков. Рубишь одну, потом рубишь вторую. Вот, вот эту вот? Или только вперед, типа, я могу рубить? Так. Еще хочу сходить. Ах ты засранец. Сюда схожу. Что ты сделаешь? Блин, он меня сейчас срубит. А я не дам ему срубить себя. А я не дам, потому что хрен тебе. Нужно стратегию. Вырабатываем стратегию. Вот он идет. Блин, он нас загнал в угол. А рубить обязательно? Ага, я придумал стратегию. Вот сюда. Хожу, вот сюда вот рублю. Ага, и он две рубит. Нет. Блин, не получится. Так, что же, как же тут... Блин, все, я проиграл. Он срубит сюда, я не смогу его даже срубить. Вот сюда, если схожу, смогу срубить, он ничего не сделает, правильно? Вот, раз, два. В смысле два, да? Я же могу дважды рубить. Ты чё? Меня скелет наебывает. Извините меня. Извините меня. Ну и что, я вот сюда схожу, он меня тоже срубит. Все. И все, получается. Это проигрыш? Оп. Оп. Назад-то рубить нельзя, правильно? Дамка. Ой-ой. Все, дамка. Чики-брики и в дамке. А, вот так вот. Все, понял. Так, стоп. Еще одну дамку организовывай мне. Ага. Не, подождите, подождите. Сейчас обман будем строить. Сейчас ты еще одну вдам. Играя на интерес, не забудьте поинтересоваться, в чем заключается тот самый интерес вашего партнера. Так я выиграл? А то рискуете остаться без выигрыша. Никак вы, блядь, не научитесь. Что? Что? Стоп! Что происходит? Я еще не прошел, не посмотрел везде всех. Я его выиграл, он обиделся. Что произошло? Санитарный вагон, на котором Михайловича с фронта везли, снится ему часто. Еще до первой отправки в бой снайперской пули сразили. Детали персонажа меняются, а конец всегда одинаковый. Хорошо. Сон. Играть научись. Я же выиграл его, но у меня там две дамки. Еще третья наготове. Я с вами еще и в карты сейчас сыграю. Еще и в карты всех выиграю. Валер. Очухался. Условно. Это хорошо, Валера. Да не совсем. Ты мне нужен в полной боевой готовности. Безо всяких там условностей. Сейчас мы сволочам перца давать будем. А соли? Не похоже на боевую тревогу. Вот ты-то нас всех сейчас и спасешь. Ну что, точно. Готов? Да нет же, подожди. Пока нет. Я еще не все смотрел. Валера. Времени в обрез. Хорошо. Хорошо. С мужиками в карты сыграю. Или это и есть боевая тревога? Бармен, наплесни-ка мне чего-нибудь. Чего желаете? Хочу соку. А чаю хочу. Чаю, может? С лимончиком? А с лимончиком. Да, пожалуй. Лимонов нет. Ну тогда без лимона. А нахуй предлагаешь, если нет? Чтобы вы не подумали, что у вас нет выбора. Понятно. Вот ваш чай. Давай чай. А, чашка чая черного. Очень вкусный. Давай еще что-нибудь. Ну, водочку я уже пил с мужиками там. В купешечке посидели. А чаек еще как бы не открытый остался. Ну все, ладно. Вроде все осмотрел. Шашки скелета, ну что, выиграл. Готов? Давай, давай, дед. Поехали. Поехали. Так точно, так точно. Даже не интересно, зачем это все. Потихонечку. Скорее вставай за пулемет. За какой пулемет? Это че? В смысле за пулемет? А в кого стрелять? Так он не стреляет. Нет, Валер, дефицит. В понедельник за пулями заходи. Чего? А как воевать-то? Пробуждение. Да, пока что интересно. Интересно и непонятно, что происходит. Акт 2. Я, кстати, не знаю, на сколько времени эта игра. Абсолютно. То есть вы готовы?
так сказать, для вас-то большим удивлением не будет. А я не Электрон. Удивляюсь, я только интересуюсь. Один раз видела, он завис около... Значит, ты опять напился. Видимо, я опять. Подумала, я говорю, мне приснилось все это. Изучить газета. Ой, двигать. Горбачев сдал страну инопланетянам. Курить охота, за мной написано. Выкрадено им из сер... А, это не здесь. Разобраться в цепочке событий, в конечном счете, повлекших крушение Свердловского. Советского государственности. Значит, непростая даже для экспертов. Короче, много текста, много букв. Анонимный источник, ветеран КГБ. Я вот так вот просто сделаю, чтоб, если что, вы прочитали, в комментах написали. Да ты вообще не знаешь, о чем говоришь. Там все серьезно было вообще, а ты ничего не знаешь. Все, я вот так вот сделал. Что у нас еще здесь просто есть такое? Инопланетная бомба для фюрера. Новые сенсационные данные указывают на сопричастность расы серых тайным ядерным разработкам Третьего Рейха. Снимок, недавно появившийся в американском журнале The UFO Observer, подтверждает эти догадки. Признание любимого командос фюрера Отто Скорцени. Гитлеровская Германия была готова применить ядерное оружие за месяцы до трагедии в Хиросиме и Нагасаки, однако прямое указание лидера Третьего Рейха было вероломно саботировано Герингом, уже вовсю проводившимся сепаратные переговоры о мире в тайне от спрятавшегося в бункере лидера нацистов. На вопрос, откуда у немцев в конце войны могло появиться ядерное оружие, ответ прост: деструктивные силы расы серых, питающиеся отрицательной энергией жителей цивилизованных планет. Все понятно. Значит, пришельцы Германии дали вот фашистской ядерную бомбу. Здесь такой посыл. Кужлевка. Новая яркая точка на аномальной карте России. Эти интригующие кадры из своей уфологической экспертизы по средней полосе России прислал нам наш давний друг Владимир Густобров. И хотя жители близлежащей деревни Кужлевка все как один уверяли, что ничего не видели, Густобров верит, что в скором времени Кужлевка станет ярчайшей точкой на аномальной карте России. Все, кто мог видеть аномалию в небе над Кужлевкой, Густобров просит связаться с ним по телефону или писать к нам в редакцию. Письма будут направлены в НИИ уфологии под руководством Владимира Густоброва. Так, реклама. Да что ты? А, не ту жму. Реклама, двигатель торговли. Меняю вас. 2103 на двухкомнатную квартиру. Нормально. Молодой человек без определенного места жительства. Понятно, что он бомж. Физически и психически здоровый, сдаст себе в аренду или продаст свои услуги любому лицу, независимо от пола и возраста. Или выполнит любую работу, связанную с особым риском. Спрашивать Анатолия в милиции города Среднеозерск. Бесплатно окажу услуги всем, кто желает выбраться из тупика перестройки. Как математик вижу жизнь природы, как человек... Вижу жизнь природы, и как человек идет к нулю. Телефон. Продам спортивный велосипед марки Старт Шоссе путем письменного аукциона. Чита. Окажу посреднические услуги в приобретении японских легковых автомобилей класса Жигули и Волга. Что это за класс? Класс. Вот первый, второй, третий, там пятый есть. Жигули — это не класс. Жигули — это легенда. Если вас обманули, обвесили, обсчитали в магазине или предприятие не выполняет своих обязательств, пишите. А объединенное ННН – это именно то, что нужно сейчас. А как МММ, только ННН, да? Без проблем. Хорошо. Все. А как? Уйти. Уйти как? А, курить. Курить плохо, кстати. А затянуться. Хорошо. Еще? Угу. Это электронное, если что. Сигареты, друг. Уснул, значит, за столом. Проснулся. Хрень какая-то приснилась. Он давай курить. Вон же тут 3 метра идти. Там бы и поспал. Все, выкурил. А похмелиться бы еще. Так, а это что, пачка сигарет? Что это? Включить. Ага, похмелиться, вижу. Налить. Много не пей. А, надо полностью. Ну, как скажете. А с кем пить-то вам? Похмелиться. Посмотрите на него. Сейчас скажет опять, курить хочу. Потом скажет, вот, все. Уже вообще ничего не хочу. Ну, вот так вот и пей. Вот так вот и пей. Вечно галюны какие-то. Конечно. Пол квартиры расхерачили инопланетяне. Ну, а чё? Ну, а чё бы и нет? Ну, а чё? Почему? Ну, у меня не пальцы, а сосиски какие-то.
Жена вон пришла ругаться бы, да? Михалыч жив? Да, жив. Жив. Видал вообще, что за херня? Это что такое? Я вообще хуй знаю. Спутник. Как пить дать? Спутник упал. А что, правда спутник, что ли? Да, конечно, он, смотри. Так бывает разве? Бывает, бывает. Даже он написан. Лет 10 назад наш в Канаде свалился. Ну, хоть спутник, хоть твердь небесная. Главное, все живы. Да вообще. А про хреновину эту, что думать-то? На металл давай дернем, тут же 1150 будет. Степа, машинку подогнать, командуй, бляха-муха. А сейчас я тебе скомандую. Идея. Спутник все равно казенный. Даже если и упал. Да ладно тебе, ну ты че? Он какой-то не наш, о, не советский. Ну вот, не наш же, ёкарный. Можно пилить. Да? Пока они тут. Да-да, мужики. Давайте. Что? Пилим, конечно, вы что? Да стойте вы. Надо же сперва хоть знать приблизительно, что это такое. Да посмотреть. Ладно. Не бывает же так, чтобы ни одной буквочки, ни одной войды. Да, на бочку. Не спутник никакой. Ну, в принципе. Вон, будто бы даже вход у них. Да какой вход? Что? И правда. Вдруг не спутник. Вертолет новый. А там Матиас Руст какой-нибудь с управлением не справился. Или космический Зиганшин с товарищами додрейфовался. Да на металл давай попиливай, да, делу вот. Конец. Нету там никого, спутник американский. Правильно, на металл. Все. Так, так, Васька, сходи представься. Клим. Сплав ценный, верно, кстати. Степа, загляни, как представь. Давай, Степан, ты представитель, иди загляни, ну, посмотри. Ну, конечно, как в сраку лезть, так сразу представитель. Посадил, ну, а бы сам кого ты за самогон, ну, а сам-то как? Знали бы. Фу. Да какой самогон? Кого садить? Участковый Белов. Хеллоу. Гутен так. Опа. Никому не двигаться. Почему ко мне? Они ломают мне телевизор. Михалыч, понимаешь, что это значит? Они ломают мне телевизор. Вот, телевизор мне расхерачили. Забудь ты про телевизор. Это же средство связи. Может, этот телевизор был самым подходящим для них носителем из тех, что у нас были? Ну, с других-то и нет. Внутри тарелки никого вообще нет. И это бандероль такая. Ну, как бы зонд. Нет, может быть, и не американский спутник. Покопайся в телевизоре, глядишь, свяжемся с обитателями тарелки. Ну, давай. Пипик. Привет. Ипохитка. Объект сделан, компьютер, предназначение, терминал. Вот новых слов для передачи информации. Оператор-переводчик отправляет 3. Внизу примерное отображение вашего послания. Далее. Тонкий settings, настройки. Двигать треугольник. Треугольник регулировать успех понимания вас. Человек осуществляет вот данных вы. Самогон. Приветствие. Мир. Отправить. Ну а как? Ну мы надо вживаться в роль. Новый рекорд. Очки знания 4. Что, понравилось? О, вот, все. Верные слова подобрал. Ну что, Степан, зайдешь? Ладно. Ну, мужики, будьте наготове. Давай. Наготове такой чего? Сейчас улетят, да? Эй! Степан! Степана выпустите, черти! Без паники. Ай! Ты, я говорю, ты без паники. Ты что начал буянить? Трахнуло бы, потом вообще не встал. Сейчас выйдет биоробот, да? Да что за вундервафля такая? А чего на меня так смотрите? Волосы! Волосы выросли! Степа! Что они с тобой сделали? Кто там? Свет там. Свет. Ничего не разобрать. Как в сон провалился. Выхожу, а уже и спина не болит. И волосы. Вот. Это лечебная капсула какая-то. Да он упал. Да чего вы на меня так смотрите-то? Степ, ты домой бы сходил?
Ты, да, иди жене покажись. Слушай, я лучше с тобой схожу, а то не поверит. Да что, она сама, что ли, не вспомнит? Меня как на 20 лет отмотало. Вы только ничего не трогайте. Я скоро приду. То есть это капсула времени, отматывает на 20 лет. Степан, захвати раненого. Мы с Тамарой ходим парой. Джей. Журнал. Первый контакт пришеленцев с самым достойным представителем человечества. Скажете, не самыми? Ну, если уж случай выбрал именно их, то это должны быть какие-то причины. Вот здесь у меня есть какие-то развитые... Видимо, это какая-то история, похмелье. Все это глава. Да, во, так тут дофига играть. Тут дофига играть, я вам скажу. Квесты, видите, написано? Межпланетный экспресс. Вот, это я вот все прощу. Космический курильщик. Перепройдите этот фрагмент. Коробка патронов. Ага. Хорошо. Достижение. Прибытие. А, ну вот здесь вот есть суперсила. Клим остается. Ну это развитие, да, я так понимаю. Ты куда-то идешь, и у тебя все так же формируется история. Михалыч, слушай, я тоже туда зайду. Надо же все узнать. Давай, иди, посмотрим. Откуда столько энтузиазма? Михалыч, это же они, точно они. Если бы они с каким злом пришли, мы поняли давно. Внеземная цивилизация, подумать только. Хорошо, иди, я хочу спать. Михалыч, я тебя, конечно, уважаю. А, это просто не идите. Ты хоть примерно понимаешь, что это такое? Да мы же завтра центром всего мира станем, это же в историю войдет. Да, тут так и написано. Ладно, ладно. Фу. Оп, использовать. А, земля, знание, знакомство. Отправить. А я там отправил водку, да? Водка, мир, критическое событие. Ой, что-то плохо. 56, не то что-то отправил. Сейчас ему плохо, видимо, будет. Тому-то 70% поверьте, сделал. Поверьте, мы ничего плохого не желаем. Мир, мир, пис. Товарищи инопланетяне, мы развитая, мирная, с недавних пор даже демократическая цивилизация. Сейчас его съедят. Надо выбирать, да, чего они там хотят. Ну, там по-другому было, сразу видно. Водку можно выпить? Ну так, для храбрости чисто. О, вот только курить сидеть. Михалыч, это сенсация. Это же самое важное событие в истории. Гляди! Ой. Ты чё? А? Ё-моё. Это их система. Найти бы. Так сходу и не разберешься. Надо в технику молодежи или вокруг света писать. А то и в НИИ какой-нибудь. Это... Бля, это разрыв. Погоди, погоди. А тебе где спать? А, там надо еще читать. Я не буду спать. Ты только эту штуку не выключай. На звезды вблизи посмотреть хочется. Я на креслице прикорну, не привыкать. Я на креслице прикорну. Стремнем, значит. Шуму-то завтра будет. Но на то оно и завтра. Какие они, интересно. Когда покажутся. А спрашивают, что будут. А мы им что скажем? Вот спросят они, кто ваши герои, кому верите, на кого равняетесь? Ленин? Ну, про Гагарина расскажем, конечно. Конечно, про Гагарина. В космос полетел. На него равняемся. Он что, спит тут? Не на кровати. Оп-оп-оп, что-то происходит. Слышишь, Васька, Васька? Васька меня засосала. Ну все. Понравилась игра, ну и славно. Конец. Но пока интересно. Акт 3. На сопках Маньчжури. Такая, знаете, добрая какая-то игра пока что. Ну такая, она сентиментально, грустно добрая. О, бля, стреляю. Куда идти? Вдохновились они явно чем-то типа Atomic Heart. Эй, солдатик,
помоги мне. Эй, ну я же вижу, ты здесь. Шестым глазом вижу. Шестым глазом? Да я помогу, конечно. Переверну храм. Зачем пинать? Не надо перепинать. Я перевернул его аккуратно. Иди гуляй. Я уже заждался, ядрёно вошь. Спасибо, Валера. Все как в тот раз. Ну, в тот раз я не помню. Знаю, знаю. На нас и с этой-то стороны никто смотреть не хочет. А с той, так вообще. А ты прямо руками полез. Уважаю. Да, смелый был парень, небрезгливый. Был? Хотя и не в меру любопытный. Этот парень был из тех? Не полез бы неведому зверушку смотреть. Никакой снайпер бы в тебя не выстрелил. Хотя выстрелил бы, конечно. Но обстоятельства были бы не такими нелепыми. Ну ладно. Так, какие-то нелепые обстоятельства. Как жизнь-то? Да жизнь хоть знаешь, это самое. Ну-ка, погоди, почему я еще был смелый? Я сейчас вот вообще тут есть стою. Оставь это. Тут-то тебе перед кем бравировать? Мы не молодеем, Валера. Опять грудь какая-то. Вечно молодым и прямоходящим можно быть только во снах. Ну, а как делишки? Если уж по делу говорить. Да как по делу? Ну, херово. Ну да, давай, позитивно, ну, позитивного. Другого ответа я и не ожидал. Ты рад меня видеть, Валера? Вообще безумно. Ты кто, кстати? Да, просто счастлив. А я-то как рад. Ну скажи мне, разве у ракообразных очень интересная жизнь? Представляешь, как ты мне в тот день карту будня смазал? Чего я тебя смазал? Ближе к теме. Дай папиросочку. Папиросочку? Я тебе все расскажу. Ты еще и куришь? А то тут разговор такой основательный. Тут даже не поговорить. Тут покумякать надо. А где же мне тут сигареты-то найти? Слушай, мне, в принципе, не жалко. Ну я же тебя не просто так об этом попросил. Знал бы я. А что ты тут? За мной. Ну и где тут сигарет найду? Тап. Скрыть, показать. Это задание. Вот великолепная игра. Задание найти сигарет. Я в дом, в тот. Там есть сигареты, стопудово. Все, краб, давайте крабу имя придумаем. Игорь. Краб Игорь, нормально. Краб Игорь хочет курить. Мы идем искать сигареты для краба Игоря. Хорошо. Ну вот и дом. Вот, опа, опа. Нужно составить это советское... Это... Я забыл, как это называется, короче. Серп и молот. Черт бы побрал того, кто придумывает эти головоломки. Так, а как он там идет-то вообще? Он же вот здесь, вот тут ручка. Вот это, правильно? Вот это наверху, скорее всего. А, вот. Вот это совмещается. Ага, хрен. Блин, ну это на миллион лет будет сейчас. Так, ну вот здесь-то я собрал почти. Просто в неправильном месте собрал. Ага, не, погодите. А как он должен идти? Ща, ща все будет. Погодите, пацаны. Ща по наитию разберемся. Так, это вот здесь, наверное. Это миллион лет будет. Подожди, так. Пропустить. Это что? А, собрать. Понятно. Вот так оно должно быть. Но я был прав. Вот, я все собрал. Все, я же говорил. Да, недостающий кусок. Пожалуйста. Все. И мне сигареты дадут? Это портал в Майнкрафте, да? Это что? А, вот как он выглядит. Понятно. Все, ладно. Ну, там было собрать. Но я собрал все. А, это наш дом. Подождите, это наш дом, в который влетел корабль. Все понял. Опять водку. Без нее никуда. Давай, наливай. На телевизоре, кстати, нету этой антенки. А, использовать. Но без этого никуда. Ну а как? Нужно фильтроваться, видимо, в этой игре абсолютно всегда, постоянно. Сигареты-то где? Вот на столе были сигареты. Использовать пепельницу. Я бы перекурил, да сперва сигарет надо найти. Ну вот да. Пока туда не иду. Здесь что у нас? Здесь что? Опа, дверь. Человек прямоходящий. Получить достижение. А, это типа войти через дверь. Цивилизованно. Цивилизованно через дверь можно было войти и получить достижение. Хорошо.
Но мы с вами не цивилизованно вошли. Вошли как получилось. Ой, ну я, видимо, зашел в эту дыру. Так, я здесь. Народное творчество. Мне червонцы отдавай и желание загадай. Сзади ничего. Хорошо, возьмем. Ой. Вы чего пугаетесь так? Валера, я кто для тебя? Вы товарищ Сталин. Вы... А вы кто? Ну грубить нельзя. Ну, он не коммунист. Ну, отец и гений пусть будет. Хороший солдат. Дарю. Сигареты. Вот так вот. Респектос кинул, он сиги подарил. Портсигар. Три сигаретки есть. Отлично. Сталин дал папиросочек. Ой, даже осмотреть ничего больше не дал. Хорошо, пойдемте к крабу скорее. А то краб там без курева вообще с ума сойдет. Да, я вижу, иду к крабу. Он на вершину горы забрался? Ну ты, конечно, даешь, краб. Ах, спасибо. Где у тебя рот? За это не благодарят. А, ты сам поворачиваешь. Да, не благодарят. А, ну чёрт, ладно. Совсем забыл. Огоньку-то нет. Михалыч, да ты чё? Тут где-нибудь. Хе-хе. Шучу, шучу. Не смотри на меня так. Валера, ну вот почему ты, человек, мечтавший об университетском образовании, оказался заперт в этом вертепе алкоголик? Ближе к делу. Короче, я хочу сказать, что на твоем месте во многих ситуациях повел бы себя точно так же. Ну и все. Если бы меня спросили, мой ответ был бы однозначен. Да, Валерка делает все так, как надо. А какая редкость в наших широтах, согласись, делать так, как надо. Продолжай в том же духе, родной, и помни, время перемен откупоривает все бочки с жидкостью, а жидкость имеет обыкновение заполнять возникшие пустоты. Посему имей дело с твердой материей. Понял, нет? Ничего не понял. Вообще ничего не понял. Спасибо за совет. Я уже успел соскучиться. Ни жена, ни родители во сне не приходят. Хоть ты приходи. Ну, конечно, приду, Валер. Я и сейчас не один пришел. А кто с тобой? Этот японец тоже здесь. Какой японец? Вот он. Вон в тех зарослях. Видишь? Каких? А. Японец, который подстрелил меня, собака. Значит, у нас акт 4, эксперименты. Но вот как раз-таки эксперименты мы все оставим на потом. Сейчас мы закончим. Вам же, кстати, 12%, между прочим, всего лишь за одну часть. Значит, игра-то долгая. Я думал, там, ну, типа, вообще нет. Но мне было интересно. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписались на канал, поставили лайк и, конечно же, написали комментарий. Увидимся в следующей части. До новых встреч. Пока-пока. Это вот кто остался, спойлер. Вот смотрите, ну, что, дверь открылась, и мужик пошел.